Друзья, всем привет! С вами Григорьев. Сегодня порисуем вот такую картинку. Я взял ее из интернета, правда, не знаю, кто художник. Тем не менее, фотохудожнику спасибо за эту картинку. И вот по этой фотографии мы что-то приблизительное такое постараемся с вами написать. Холст обработан чуть-чуть смазан маслицем обыкновенным, подсолнечным. Сейчас я вот делаю небольшой такой замес, синий ФЦ, и используя титановое белило. Хочется по этой картинке сделать сначала эскиз, так чтобы не ошибиться и не закрасить ненужные нам. Точнее, оставить там, где будет находиться бабочка, оставить ее сейчас не трогать, а вот примерно порисовать там, где будет у нас находиться вот этот ствол, или, может быть, это часть кустика. Ну вот, совершенно неопределенно такой нейтральный цветик возьмите, и нейтральным цветиком примерно нужно показать, где будет находиться бабочка. Холст у меня, в принципе, это не принципиально важно. Вы можете брать для этих целей любой холстик. Я думаю, оптимально будет вот в таких форматах, в широком формате. Так, чтобы примерно напоминало эту фотографию. Ну, абсолютно не обязательно, если у кого-то из вас отойдут размеры холста, кто-то или иной. У меня на данный момент это 40 на 60. Вы можете использовать свой формат, как я уже сказал. Ну и вот примерно там, где у нас будет что-то такое светлое находиться на картинке. Конечно же, закрашивать сразу не нужно, не стоит делать предобложку. Все остальное мы сейчас первоначально мне нужно будет. Я возьму большую строительную кисть. Я люблю пользоваться строительными большими кистями широкими. У кого-то, может быть, флейт есть. Краску, которую наношу сейчас, это, как я уже сказал, одна ФЦ и с добавлением белил. А сейчас нужно избавиться от белого холста и вот не закрашивая моменты, которые уже обозначены. Сейчас, чтобы было удобно. С самого начала я уже предупредил, что всегда обрабатываю мои холсты. Первоначально смазываю маслом для того, чтобы они чуть-чуть материал впитал немножко в себя маслица, и красочка хорошо потом тянулась и растягивалась, что хорошо. Пока не использую никаких красок, кроме ФЦ и белил, с добавлением масла подсолнечного. Чуть-чуть нужно масло все время добавлять красочку, для того, чтобы красочка не была такой суховатой. И вот там, где мы наблюдаем какие-то переходы на самом фоне, на фотографии, с этими тонами мы будем работать чуть позже. Ну а сейчас не важно, какой именно фон ляжет на холст.
Сейчас нужно поработать именно с фоном, то есть закрасить и избавиться от белого полотна. Как я уже много раз рассказывал, для чего это делается. Для того, чтобы художнику не мешал этот белый фон. А белый фон всегда сбивает с толку. И многие, не зная этого, прописывают картину от начала до конца, наблюдая все время, сбиваясь с белым холстом, получают в результате не сочную, не контрастную картинку. Так вот, хочется еще немножко закрепить. Потому отошел. Немножко отошел. Так, чтобы мне было удобно работать, я ставлю на ребро. Опускайся. Ну и вот здесь как раз теперь я могу совершенно спокойно закрасить и низ полотна. Кто меня уже знает, я постоянно и всегда пользуюсь подсолнечным маслом, льняным маслом. Обычно я не пользуюсь избавительными или растворителями. Очень часто мне приходится работать с детьми, поэтому я настолько уже привык, что в принципе многие художники в нашем времени пользуются, пишут только на подсолнечном масле. Вот. Но это не значит, что вы должны повторять за мной и делать то же самое. Все зависит от вас, от вашей привычки, как вам удобно. Еще, конечно же, зависит в большинстве случаев от самих красок. Я пользуюсь краской Маги. А вот некоторая краска, она прямо противоположно не хочет работать на одном масле. А нужно, конечно же, делать какие-то тройники или просто на растворителе. Хотя раньше я очень часто пользовался и писал. Там, где будет у нас бабочка, пока оставлено свободное место. Все остальное перекрываем вот таким фоном. Ну и что? Можно, конечно же, постепенно приступать. Вот здесь вот еще под бабочкой есть еще темный кончик такой. То, что я наблюдаю. Ну и вот цветочек надо не трогать. Здесь у нее есть что-то такое. Голова. Глазки. Ну все, пока можно это в таком виде оставить и заняться прописанием самого фона. Уточнить его. Далее мне хочется на палитре добавить. Вот я вижу, некоторые тут пятнышки есть. Одни больше переходят. Вот эта часть. Здесь находятся такие вот световые пятна. Мы добавляем сюда белил.
не обязательно делать прям абсолютную копию, там просто на дальнем плане находится какой-то светик, поэтому вот этот светик его нужно, естественно, передать. Также есть какие-то блики и на заднем плане вот здесь, с левой стороны. Углубляемся. Дальше нам понадобится второй цвет. А если нет, вообще пользуюсь. Вот я взял фиолетовый. Чуть-чуть фиолетовый. Немного красного. Это кадмий красный средний. Но на самом деле здесь на этой картинке подойдет краплак. Я остановлюсь на трех цветах. Это синий, фиолетовый и красный. С добавлением белил попробуем получить что-то такое напоминающее. Так, сейчас хочется разбавить, внести вот в эту массу немножко фиолетовых оттенков. Не везде, но в картинке я вижу, там есть такое подыгрывание в некоторых местах. И вот сейчас я взял только два цвета, синий и фиолетовый. И делаем такой вот без добавления белил сейчас. Уточняю те места, где я вижу на фотографии более темными. Темный цвет делает глубину. Создает глубину в картине. А, так, где-то вот у нас еще здесь на заднем плане. Ну, а в общем, фиолетовый он подыгрывает во всем фоне. Где-то я вижу прям темные такие фиолетовые. Так, и вот здесь со цветочком есть немножко. Совсем чуточку. Так, ну вот, какой-то фончик такой создан. С этим фоном можно уже работать. Дальше. Дальше я беру... Здесь, конечно, можно повыбирать краску. А можно поработать с мастихином и помягчить ее. И вот такими левыми и правыми движениями помягчить краску с помощью мастихина. То есть, чтобы не было таких вот резких переходов, мастихин – это такой инструмент, к которому нужно привыкнуть. И вот как раз-таки это как раз-таки тот момент, та картинка, где можно поиграть с мастихином. Также можно все то же самое сделать с помощью кисти. Если мы наблюдаем сейчас некие такие вот резкие переходы, то их нужно, конечно, смягчить, потому что это... Фотография сделана с такой фокусировкой, что задний план, он остается в неведании. То, что там происходит на заднем плане, это только в такой вот догадке. То есть мы должны догадаться, что там есть, что-то есть, но что непонятно нам. Я сейчас делаю то же самое,
мягче, но только кисточкой. Постоянно нужно вытирать кисть. И работаю только по границам. Вот там, где на самом деле прикасаются разные краски друг к дружке. Не закрашивая, естественно, светлые тона. Не убирая темные. Так, чтобы получилось вот этот эффект такой туманности. Ну и пусть оно будет чуть-чуть по-другому, не как по фотографии. А если вы пишете вместе со мной, то не обязательно повторять те действия, которые предпринимаю я. Можете делать по-своему. У каждого получится своя картинка. В точности также не нужно все копировать. Мне понравилась эта картинка, когда я ее увидел, решил сразу ее написать, и точнее мне тут даже сделали заказ мои родные, и поэтому деваться уже некуда, написать ее придется все равно, но я решил еще показать вам, как это делается, точнее, как это делаю я. Вот так же внизу. Кисть я постоянно вытираю. Если вы работаете с мастихином, то мастихин при каждом отрыве нужно также сначала вытирать, перед тем, как снова прислониться к холсту. И вот также с помощью кисточки я ее не чищу полностью. Кисть находится вот в таком лежачем положении. Ни в коем случае не старайтесь вот так шпицы писать перпендикулярно холсту. Я сейчас сказал слово, по-моему, которого нет в русском языке. Вы меня поняли. Также я пользуюсь обыкновенными кухонными такими полотенчиками, салфеточками. В большинстве случаев масляная живопись, она высветляется. То есть мы сначала наносим темный фон, а после чего работаем с темным фоном и постепенно высветляем. За исключением, конечно, некоторых работ, если они делаются. Есть такие серьезные работы, которые прописываются не за один день, а работают в течение, может быть, года даже. Где нужна сначала какая-то подложка первоначальная, а после чего с этой подложкой работают прозрачными красками поэтапно, тонкослойно, так чтобы красочка просвечивала и показывала нам тот первоначальный фон, который был положен. Ну, в принципе, вот если я делаю, например, буду работать лессировкой и многослойно, можно же оставить сначала вот этот слой, остановиться на этом, подождать полного высыхания, потом уже писать, дописывать и прописывать. Каждый вот там есть на картинке, каждый пузырек, каждую капельку водички, каждый блечок. Именно постепенно
высветляя прозрачной краской. Тогда, конечно, эффект такой стеклянный получается, интересный. И если потом еще покрыть лаком, то картина будет серьезно смотреться. Но мы сегодня делаем такую простенькую. Не будем заморачиваться. Быструю работу. Вот пока так. А теперь я вижу там красный с белилами, такой алый цвет получается. Также хочется немножко сюда, в некоторых местах. Сейчас белила у меня везде запачканы. Красный цвет, он такой едкий. Вот я сейчас красный с белилами. Немного такие алые оттеночки вместе с фиолетовыми. Там на самых таких задних планчиках. Хотя я не совсем сейчас уверен. Немножко сейчас попробую их размазать. Он есть, подыгрывает, да, но не везде. Лучше, конечно, взять тогда. Не будем тогда пользоваться алыми. Возьмем сейчас фиолетовые с белилами. У меня попал тогда синий, поэтому помешал этому цветику. Так, еще раз, вот белила уходят в 2-3 раза больше, поэтому имейте в виду. При покупке чуть больше белила нужно брать. Да, может быть, вот такой будет поинтереснее смотреться. Сейчас смешивается. Здесь нужно сейчас не сильно тут прям так вдаваться в этот цвет. Сейчас мы также его растушуем, чтобы он не хочет это вот с синим смешивать. Получается сразу. Вот это то, что я вам говорил, что здесь нужно, конечно же, новичку очень сложно будет сразу, потому что первоначальная краска, она мешает. И вот этот синий цветик, он сейчас мешается. Поэтому очень аккуратно здесь надо так легонько-легонечко, чтобы она не смешалась между собой сразу. А если бы мы писали, естественно, подождали, чтобы высох сначала этот слой, и потом прописывали на нем сверху, то получилось бы совсем другой эффект. Там бы не нужно нам было бы работать с таким с такой осторожностью. Еще немножко подложить фиолетовый. Ну, здесь на самом деле там пару бликов таких, которые не нужно там сильно прям вдаваться. Сюда прописывать. Что-то так сильно прописывать. И вот легонечко-легонечко я практически по воздуху прохожу кисточкой, так чтобы сильно она краска не смешивалась. Сейчас ну пусть даже так. Ничего страшного нет. Еще там я вижу пару бликов. Где-то вот, может быть, пятнышко еще. Пятнышко еще тут хочется. И есть вот некоторые такие пятнышки. Они по всей картинке расположены. Не знаю, что там.
Но что-то такое на заднем плане, скорее всего, светится. Ну, тем самым подложка становится по-своему, конечно же, интересней. Где-то даже зеленый цвет находится сверху, да? Ага. Сразу не обратил внимания на этот моментик. Ну ничего, это можно все добавить. И также нужно с этими пятнышками еще раз поработать. Здесь видно хорошо. Что еще здесь можно рассказать такого интересного? Пока создаем только вот это неопределенное состояние заднего плана, без пузырьков. Без намека на дождик. Хотя, конечно, можно уже показать какие-то вот эти вот задние кружочки, капельки. О, что легче как сделать? На палец. На палец. На кончик. Чуть-чуть мизинец. И вот таким вот круговым движением раскручивая из центра наружу, не делая это очень ярко, то есть краски нужно набирать очень мало, либо таким же способом, только с помощью кисточки. Можно взять кисточку на кончик, чуть-чуть красочки, чуть-чуть беленькой красочки. И вот смотрите, самое главное, это не должно быть везде. И вот таким раскручиванием ставим в центр, а края вот так смазывая, вмешивая вот это состояние краски, которое уже лежит. Тем самым получаем тот же самый эффект. Походим по границам, так чтобы краска она была только в центре, чуть-чуть сияла, а по краям была растушевана. Ну и делаем вот такие кружочки, ставим там, где можно наблюдать по всей картинке. За исключением, конечно, вот здесь я наблюдаю немножко такой зеленоватый оттенок. Но мы можем обойтись пока и без него. А вместо него мы можем какой-то другой сделать. Вот. А кружочки должны находиться не в шахматном порядке. Некоторые очень тоненькие, такие вот точечки. А некоторые чуть побольше. Есть там кружочки, которые чуть поярче, и есть кружочки, которые туманные такие. Самое главное, чтобы не получилось, как в шахматах. В природе нет ничего однообразного, одинакового. А это такие вот, как я понимаю, капельки дождя на заднем плане. Просто они имеют свойство такое вот. Опять же таки задний план. Начинаем с задних планов. Независимо от того, какую мы картину прописываем.
Все делаем сначала с задних планов. Если мы пишем какой-то пейзаж, то сначала мы пишем подложку этого пейзажа. Потом мы переходим на задние планы, это небо. Это может быть, ну, независимо от того, что это может быть, все равно работаем сначала с задних планов, постепенно переходя на передние. Тут вот я вижу скопление, множество в этом углу, и они такие размывчатые, размазанные. Вот таким методом нужно всю картинку поработать и подготовку сделать к тому, что мы будем прописывать. А я вижу, там даже есть такие большие капельки. В капельках может также отражаться любое состояние. Например, то, что мы наблюдаем там где-то на дальнем плане. Допустим, что-то такое фиолетовый оттенок какой-то. И эта капелька, она размывчатая, значит, она также может отражать какие-то оттенки в себе, то есть задних планов. А сейчас мы еще добавим. Кое-где. И те капельки, которые будут уже приближаться к нам, их, конечно же, нужно будет поярче, может быть, поточнее, ну и по немножко выписать. И уже прописать. И когда весь фон у нас будет уже готов, подготовлен, можно будет приступить к написанию самой бабочки. Смотрите, там есть на заднем плане такие большие. Более такие большие смазанные такие капельки. Вот где-то здесь может быть какую-то сиреневую. Я вижу сиреневую капельку. Да, на самом деле в картинку можно внести очень много разных тонов. Не обязательно делать это, как я. Вы можете взять любые дополнительные цвета. Это может помимо фиолетового быть, например, фиолетовый, темный, потом сиреневые какие-то различные, все различные, как я уже сказал, разные красные. Чисто, может быть, голубые небесные оттенки. И также есть, ну, совсем немножко, но тут есть и коричневые, тут есть и... Можно добавить даже оранжевые. Без разницы. Так, еще посмягчить. Пока только задний план. И вот здесь что-то такое там есть. Не подходите
к детальным точнее, вот если вы прописываете какую-то детальку, то не пишите эту детальку на углах картины. Она не будет смотреться и отвлекать. Если мы пропишем что-то по детальным на самом углу картинки, то эта деталька будет отвлекать нас. Ну, капельки поближе. Капельки поближе имеют такой некий ориончик, некую точечку, некую такую вот ориончик вокруг этой точечки. Здесь, конечно же, нужно прописывать капельку кистью, потому что пальцем не получится. Хочется побольше. Все-таки это какие-то брызги. Они также есть такие размытые брызги. И еще можно наблюдать. Вот, прописать, например, я ставлю палец. Делаю вот такой штришок. Где-то я упираюсь на свою руку. И просто вот эти брызги, немножко их разукрашиваю. Где-то можно опереться на край полотна. Есть, конечно, масса способов, как прописывать тонко, чтобы рука не дрожала. Можно использовать какую-то палочку. Но факт в этой картине именно... Эти брызги, они должны быть такие резкие, без каких-то левых-правых направлений. И, естественно, должны очень прямо лежать. Вот сейчас с этой стороны у меня находится камера, я очень неудобно мне там стоять. Скорее, я не смогу там прописать более четко. Либо у меня просто соскользнет. Я попробую. Стараюсь. Ну, как я уже сказал, это только такой фоновый намек на брызги, на капельки, на дождичек. Все нужно еще продумать и дописать, может быть, уже в самом конце, когда картина будет понятна, будет все на своем месте, и будем уже дописывать только детальки какие-то, дорабатывать. Ну что, можно переходить плавно к бабочке. Бабочка, я вижу, такой голубенькое брюшко. Я возьму чистые красочки, это белеется. И голубой, то есть синий ФЦ и голубой. И также нанести нужно сначала только намек сделать на то, что там вот это брюшко. Но у этого брюшка еще есть и темные и светлые переходы. Бабочка, конечно, написана очень сложная. И ее нужно прописать как можно интереснее. Сначала я сделаю подложечку, больше такой, возьму больше синий, чем светлый. А после нужно будет уточнить. И вот он плавно, синий переходит в такой фиолетовый цветик. То есть плавненький переход есть. Нужно подобрать краску. Где-то играет больше белец. А вообще правильнее будет прописать, конечно, чистым цветом. То есть вот если есть чистые цвета из тюбика,
без белил. Это, конечно же, будет большой плюс. То есть картина будет намного интереснее и приятнее смотреться, если не портить ее белилами. Белила вообще это такая краска, что она, мы с ней не выигрываем в природе, а наоборот проигрываем. Поэтому лучше, конечно же, пользоваться чистыми цветами, прям вот из тюбика. Там есть одно но. Чем больше мы смешиваем, тем больше мы делаем какой-то замес, тем менее понятен будет результат, который у нас получится в итоге. Поэтому вот это тоже нужно учитывать. При высыхании краска может совсем по-другому уже смотреться. Не так, как она первоначально смотрелась сразу на при написании картины. Ну и вот. Особенно не старайтесь брать прозрачную краску. Прозрачная краска при смешивании, во-первых, когда мы ей пользуемся и рисуем толстослойно, что может получиться? Прозрачная краска, она не любит толстых слоев и в итоге, конечно же, может потрескаться. Вот поэтому всегда советую начинать живопись с маслом, не прозрачной краской. Не пользуюсь прозрачной краской. Ну или как можно меньше. А также тут есть и играет большую роль сам производитель краски. По краске магии я могу пару слов сказать, а вот по другим красочкам тут, конечно же, вы должны сами смотреть, с чем вы работаете. И так, вот тут я возьму еще. Есть такие более фиолетовые, темные. Это будет вот это крылышко. Это крылышко в бабочке. Оно ведет у нас сюда, в центр. Брюшку. Вот здесь есть по бабочке. Вот смотрите, также есть, как и в подложке, также есть у бабочки сначала фон, на котором будет что-то прописываться. Сейчас мы занимаемся только фоном. Вот этот фон, который мы видим на самой бабочке, мы его и прописываем. Здесь я вижу красный с белилами. Такой вот фончик. Ну, вся, в общем-то, конечно же, идет. Опс, красный с белилами. Почему оранжевый получается? Вот оранжевый получается. Ну, раз уж я взял этот, буду уже на этот фон опираться. Вы можете свой взять. Так, сейчас я сделаю только некую такую. Нет, это мне кажется, потому что здесь освещение еще упало. И вот я присмотрелся. Хотя я не вижу, что камера передается. Ну, что-то она такое передает. Непонятно, откуда блик. Блика не должно быть.
блик, возможно, переходит от наклона, еще зависит. Угу. Сверху падает освещение и почему-то бликует. Сейчас я стараюсь немножко не клонить. Может быть, вот так. Ну да, менее такой бичок. Ну ладно, оставим пока так. И вот до самого, пока до самого вот этой веточки. Лучше, конечно, взять краплак. Краплак вот для этих целей, но я сейчас уже не взял. Не буду уже брать. Так. Вот эта часть. Ее нужно прописать более такой вот светлый возле головы, у головы и уходящая. Сейчас не прорисовываю никакие жилки, никакие там рисуночки, которые есть на крылышке. Сейчас просто идет вот эта вот обработка. Делается сама платформа. Вот сюда можно, конечно же, также и фиолетовый, и красный туда добавить. Краплак лучше взять. Вот сейчас я вмешиваю в крыло уже. Непосредственно. По самому краю можно положить, сделать замес такой из красного уже. Но это вот такой рисунок на самом деле. То, что я сегодня делаю, это рисунок. По самому краю кисточку я проворачиваю, друзья. Так, чтобы получилось, что с кисточки идет такая некая стяжка. Ну и вот тут есть у бабочки такие. Все-таки я уйду больше в фиолетовый, чем в красный. Хотя у бабочки есть на этот счет нет вообще никаких проблем, каким цветом писать. Бабочка может быть как такого цвета, так и абсолютно других цветов бывает. Ну, сами знаете, что здесь могут быть различные оттенки и тона. Сама бабочка. Вот так вот у нас весело. С музыкой. Прямо возле, темный, прямо под окошком, хотел бы сказать, с
останавливаются машины. И вот может играть такая музыка. Особенно среди ночи. Теперь, конечно же, я вас ничему здесь толком не научу, потому что здесь идет, сейчас только рисунок идет сам. Единственное, что вы можете посмотреть, это как этот рисунок в моем исполнении делается. Как только я сейчас попаду вот в этот цветовой фон, дальше я начну прописывать этот рисунок. Сама голова вот здесь у бабочки, она более такая насыщенная голубеньким и беленьким. А, хочется в этой картинке еще показать много цвета, светика. То есть не просто сделать картину без света. Я люблю такие вот, где в картинке присутствуют такие вот блики света. А все блики светлые сделаются как раз-таки в самом конце. То есть там, где будет находиться свет, все будет в самом конце. А сам свет я показываю уже. У меня много таких работ, где сам свет показывается, ну, практически там чистыми белилами, например. Ну, вроде бы вот так. На этом этапе можно остановиться с подложкой. Приступить к разукрашке уже. Самой разукрашки картинки. Хотя вот сюда может быть еще немножко светика. Самый низ. Особенно там, вот где прозрачные части у бабочки, там, конечно же, должно быть светлее по тону. И по тону темнее, там, где находятся у нас темные расцветки. Особенно вот, например, вот эта часть. Так, возьму еще один замес. Здесь практически в темный попадает вот этот уголок. Это нужно все учитывать. Для чего я оставляю там светлый фон? Там на краю крылышка этого, естественно, будет идти вот этот фон светлый, где попадает свет, высветленная сторона. Там нужно оставить для бликов, для солнечных бликов.
Ну и можно, в принципе, даже сейчас положить этот момент сюда, чтобы уже не приходить к нему вторично. Ну и тем самым, конечно же, бабочка сразу, вот здесь крылышко сразу засияет. Сразу появится вот этот солнечный светик. Он имеет некую такую розовинку, но в основном, конечно же, это можно белым цветиком положить. И тут же появится сияние. Причем это сияние нужно еще распушистить немножко. У этой бабочки я вижу такой, некий такой, если приглядеться, такой пушистенький. А такие вот как разводики есть. И они немножко наступают сюда вперед. Здесь же я вижу... Вот очень много уточнений, кстати. Прям вот так за один раз тут, конечно же, эту картинку не приписать. Но, во всяком случае, будет очень тяжело сделать. В том плане, что очень много деталей. А когда мы получаем эффект резких переходов, вот здесь вот от темного к светлому, вот эти контрастные переходы, они, конечно же, добавляют нашу картинку, нашу бабочку, такой интересный. А, я ей потащил, ну ладно, потащил. Конечно же, можно уже и какие-то уже детальки такие непосредственно вписывать. Ничего страшного нет. Есть у бабочки еще вот такие переходики из одного состояния в другое. Где-то темные, а где-то светлые, просвечивающие такие пятнышки. Ну что, я сейчас набрал непонятно что. Ладно. Больше такой. Фиолетовый с красным. Пусть будет такой фиолетовый с красным. И такие вот, то, что я там вижу на заднем плане, точнее, на крылышке. Начинаю прорисовывать. Больше можно где-то в чистый красный уйти. Они тоже интересные будут. Здесь особо рисовать таким толстым слоем не стоит, потому что пастотности, скорее всего, не требуется. Именно вот здесь, на вот этом, на крылышке. Но всю пастотность мы можем показать с помощью белил. Вот белила как раз таки они нам дадут эту возможность положить их пастозненько. Ну, как я уже сказал, вот белила, они немножко могут сюда на крылышко заходить. То есть там нет такой четкого перехода со стороны крыла на свет. Поэтому вот здесь вот такими...
такими переходиками можно поиграть. Так, и по животику вот здесь у бабочки. У них же тоже там светик. Он просвечивается и темный фон, и также есть просвет вот этого, вот этих форсинок. Что у нее там? Сюда вот к низу уже подходит такой интересный пузика, я бы сказал. И вот это пузико у бабочки, оно тоже светится. Светится таким голубеньким цветиком. Мягко надо это сделать. Оно не такое резкое. Но вот такой мягкий переход. Мягкое такое, как будто пушистое, я бы сказал, даже состояние вот этого пузика у бабочки. А в общем, посмотрите, вот вся картинка, она же имеет такую пушистость, что задний план, что передний. Мягкая, пушистая картинка. Ничего такого. Все должно только красиво быть, без каких-либо строгих резких правил. Все, отвлекусь, то я прям вот на этой бабочке смотрю еще. Ну да, на самом деле очень много еще здесь писать. Дальше я вот хочется жесткую, мне, наверное, нет, слишком жесткую. Синий с красным хочется получить такой очень темный, практически черный цвет. И закрасим этим цветиком полностью. Полностью сделаем сначала подложечку вот эту веточку. Так, ну что ж, где-то вырезать кисть. Надо вот эту. Можно, конечно, красно-синий, можно синий взять. Сейчас попробую, я поэкспериментирую сначала, что будет взять лучше. Наверное, все-таки синий. Добавим фиолетовый. Синий. Так, либо... Да, можно и этот использовать. Тут он... Очень настолько насыщенный, практически черный. Но в нем есть такой, подыгрывает оттенок. Оттенок синевы. И самое главное, что вот здесь нужно сделать, это не пастозно положить это место. А черный цвет, темные цвета, они не любят сильной пастозности,
Я называю это, нужно навязать в холст краску. Вот это сама веточка. Она тоже не прямая. И, естественно, с одной стороны она имеет некий такой блик. Ага, тут я уже на цветы залез. Ладно, отойдем дальше. И вот эту часть я сразу ее закрасить. Чтобы не возвращаться к этому моменту. А на бабочке сверху, в принципе, там можно еще прописать. Ой, на палочке сверху нужно еще будет прописать сами вот эти моментики с бликов. Вот. Там есть такие переходики разные. Ну, очень аккуратно здесь надо. Сейчас я продумаю, как это сделать. Не хочется так взять и просто тупо забить некрасиво. А потом думать. Хотя можно прописать сначала полностью всю палочку и потом уже наверх прописать цветочки. Так, есть такие моментики, где я вижу, там выходит. Так. Ну и пусть они в некоторых местах темные такие пятнышки выходят наружу, как будто иголочки, что-то такое непонятно. Микрокосмос. В общем, что наверх, что на низ. Довольно-таки интересная веточка получается. Вот так вот. Что там еще на этой веточке? На ней же там есть. И такие. А на ней же есть и блики. Эти блики обязательно нужно тоже порисовать. Как с этой стороны, как с левой, так и с правой. И на ней же есть не только блики, но и есть такие очень интенсивные, очень яркие блики, что я наблюдаю. Вот, например, вот тут где-то вот с этой стороны. Светик такой, довольно-то сильный, интенсивный такой свет падает. Из-под палочки там тоже падает светик. Менее такой, он более такой спокойный. Есть свет, но он спокойный. Сейчас я пока не буду полностью опять-таки прописывать. Все будет только в дописке. Вот, всегда картина, она именно движется от меньшего к большему. То есть начинаем с этюда. Этюд может быть не совсем понятен зрителю. И только в итоге, когда уже работа становится практически готова,
человек понимает, а вот для чего здесь было именно так положен свет, а не по-другому. Она должна же быть, вот эта сама палочка, она должна быть тоже. Вот смотрите, где цветочки, там тоже низ палочки, он не совсем темный. Почему? Потому что отражается от цветочка, цветик падает. И она тоже здесь подсвечивается. Так, ну плавно нужно возвращаться. Плавно нужно возвращаться опять к бабочке. Господи, сколько же у нее тут? Рисуем ей такой глазик. Довольно-таки темный глаз у него здесь. Ничего там не прорисовывается такого. Единственное, что он немного вытянутый. У него достаточно интересные такие усики, где на кончиках светятся. А я вижу, что они прописаны сначала темным цветиком, после чего на этот темный накладываются вот такие точечки. Все, мать, сейчас пойдем. Я тебя слышу прекрасно. Я тебя услышу. Тут есть и она, свет. И есть свет такой. Сине-фиолетовый, да? Ну ладно. Там тогда и ножку надо нарисовать. Сначала голубенькой, чтобы было понятно. А потом на голубенькой есть такой цветик. Точнее, светик. Да-да. Да подожди ты. Ты можешь подождать? Вот тебе приспичило-то, а? Приспичило-то как? Да что тебе приспичило? Я же слышу тебя хорошо. Все, сейчас пойдем, сказал же. Mm-hmm.
А? Все, пойдем сейчас. Маруська моя. Да, не надо звать меня. Не надо. Ладно, сделаем паузу тогда. Ничего с вами не поделаешь. Усиливаю немножко цветик. Все остальное, естественно, я беру такой фиолетовый оттенок. Но даже, может быть, вот такой фиолетовый. Сейчас посветлее намешаю. И... Чуть-чуть надо их пригрязнить вот этим фиолетовым. Я сделал небольшую паузу. Вот. После паузы решил немножко дописать картинку по возможности чуть дальше. Немного больше показать. Так, по вот этим линиям, они же у нас тоже есть, и там есть они. И достаточно такие яркие. Поэтому вот единственное, что у меня подложка немножко отличается. Но это не страшно. Это все может быть в природе. Так, и вот тут она такая более красная, чем, точнее, больше, да, больше красная. Можно, конечно, взять коричневый с красным смешать. Это сейчас... Тут, в общем-то, все цвета играют, и фиолетовые, и красные, и, как я уже сказал, и коричневые. Поэтому не нужно здесь ничего бояться. Удобно будет. Удобно, совершенно удобно сейчас будет прописать сначала. И неудобно, и неудобно. Оставим пока эту затею. Цветочки. Делаем цветочки. Сначала белые. И тут очень белая, она белая. Все. Ничего тут такого нету. Тут есть еще один цветочек. Сюда уходит цветочек. Вот такие вот тут цветочки идут еще сюда, на эту сторону. На эту сторону идут какие-то цветочки. Вот эти цветочки имеют такой вот тут, есть такой лепесточек. И вот такой вот сюда он идет. Идет вот сюда вот. И вот он загибается. Вот поэтому здесь особая тоже прописка не нужна. А кое-где немножко посмягчать. Края и блики.
Так. Есть, конечно, глубина еще у этого цветка, поэтому глубину тоже должны учитывать. Где-то может быть и глубина. Посмотрим, как цветочек смотрится. Ну, пойдет. А следующий белый. Белый фон, в общем-то, тут еще один цветок выходит сюда. Вот сюда куда-то. И он, может быть, где-то распускается вот так сюда. Дальше что? Еще один цветок тут есть. А, немножко он такой забавно интересный. Поэтому сначала я нарисую, здесь наступает листок сюда. Вот, сразу уже покончить с этим. Со цветочками. И заняться уже прописанием бабочки. Тут вот сюда уходит. Лепесточек. Сейчас просто закрасить это место. Закрасить. И теперь на этом месте нужно просто потрудиться, немножко прорисовать. Верхний можно взять такой фиолетовый контрастик вместо синего. И сделать некий такой фиолетовый уходящий цветик лепесточков. Потом не обязательно же, чтобы он именно в синий уходил, хотя плавно переходящий лепесток синий. Причем, да, вот здесь можно. А сейчас я сделаю. У него же есть глубина. У этого лепесточка есть глубина. И глубину нужно показать именно такой темной. Вот тут светлый взялся. Так, уходим. Да, дальше уходим опять в розовый. Там есть розовый. Ну и пусть он остается. Вот смешаем сейчас. Вот так вот розовый, фиолетовый. И еще один какой-нибудь лепесточек сюда лепить. Вот так. И что у нас здесь получается? У нас здесь получается, что там есть вот это. Вот этот вот. Вот эту палочку. Ее хочется все-таки обвести и оставить. До лепесточка довести. Этот цветик. Вот этот темный цветик. Получится вот этот форма вот этого листочка. Да, естественно, вот этот не может быть таким, поэтому там его мы ликвидируем, закрасим именно в синий, покрасим в синий, темно-синий. Он может оставаться там, но, конечно же, не в этом цвете, поэтому мы его сразу уберем оттуда, этот цветик. Так, у этого листочка есть
затемненность внутри, поэтому мы идем в затемненности вот тут. Вот тут вот у него будет затемненность, поэтому ее нужно, естественно, показать. Плавно заходящий свет плавно заходящий вовнутрь лепестка. Вот, поэтому это нужно учитывать, что этот светик, он тоже играет, он заходит туда вовнутрь. Так, и там есть некая такая луночка. По этой луночке идет у нас еще некий такой белячок. Белячок из яркого цветика по краю. Он может светиться. Вот этот белячок. Ну, получается, что этот же белячок вот с этой стороны. Там есть глубина, а с этой стороны у нас есть блик. Мы получаем такой эффект. Эффект свечения. Так, надо теперь опять белил набрать. Они у меня сейчас настолько загрязнились, что... Все это так аккуратненько, чтобы это не было испорчено ничем. Это может быть от сирени, он сразу такой вот мягкость дает, прозрачность. Что в зимних пейзажах, что в любых, в общем-то, пейзажах. Но теперь вот этот, да, вот этот темный, я его все-таки доведу до конца. Доведу вот сюда, под цветочек. Посажу. Хочется его довести до цветочка. И тем самым цветочек сразу у нас образумится. Я бы взял даже какой-нибудь сиреневый, больше глубины положил. Вот, ну, цветочек он тоже светится, поэтому тут я, конечно, все очень быстренько так нарисую. Также и вот здесь, с этой стороны, здесь есть тоже глубина. И здесь, конечно же, откуда движется вот это вот направление. Так. Еще что у нас тут есть? У нас тут есть вот этот. У него тоже есть интересный такой. Интересный моментик, откуда исходит эта вся белиберда, но он еще не развернутый. И, в общем-то, тут, конечно же, часть цветочка, она
имеет такую непонятку. Ну, везде непонятка тут еще. Так и снято. Сейчас гляну, что еще хочется. Вот тут еще хочется добить сиреневый цветик, да, этот листочек. И более сиреневым сделать, наехать на вот сюда, на центр. И, может быть, больше его сделать. Такое его сделать, да? Да. Вот так. А далее идет сюда один лепесточек. Это совсем другой. У него есть один цвет. Отражение нашей бабочки. Все, друзья, я подписываю работу. И прощаюсь с вами на этом. Теперь надо подумать, где списаться. Списаться так, чтобы роспись не мешала. Ну, вот здесь, наверное, на этом месте. Сейчас подпишусь. Такой неопределенно. Ну, посветлее надо взять. Да? Да. И очень сложная такая подпись. Она легко пишется у нас на сухой картине, но когда на мокрой все это слипается, с краской нужно играть. Так, ну что, смотрится оно на ту сторону? Да, вроде бы смотрится. Каждый раз нужно вытирать, набирать новую. Если мы пишем на растворителе, то растворитель, конечно же, там другой эффект. Там высохла она уже. Ну вот, а тут она еще сырая, с ней можно трудиться еще. Трудиться с этой краской. Все на этом. Я с вами на сегодня прощаюсь. Смотрите мои видеоуроки, приходите на наш канал, вступайте в наши группы. Страница malerklasse.com. Всем добро пожаловать. Участвуйте в наших вебинарах. На этом пока-пока. До свидания.